Бухарест, Интеррадио Румыния. Редакция русской службы Интеррадио Румыния приглашает вас послушать нашу передачу, познавательную и развлекательную, о Румынии и ее жителях. Устойчивого вам приема! Ваши приемники настроены на волнах Интеррадио Румыния. Ведущая сегодняшней передачи на русском языке из Бухареста Александра Финоген приветствует вас и желает вам устойчивого приема нашего вещания и всегда хорошего настроения рядом с нами. Открываем нашу передачу информационным блоком «Info Plus Weekend», который содержит выпуск новостей, энциклопедию Интеррадио Румыния, а также исторический народный календарь. После информационного блока «Info Plus Weekend» последуют наши обычные программы и рубрики. Итак, для начала предлагаем вашему вниманию главные новости дня. Здравствуйте. У микрофона Андрей Елменов. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску провел в субботу телефонный разговор со своим израильским коллегой Яиром Лапидом по поводу инцидента с судном «Мерсед-Стрит» в районе Ормузского пролива, в результате которого погибли румынские и британские моряки. Также в субботу Богдан Ауреску и министр иностранных дел по делам Содружества Великобритании Доминик Рааб обсудили необходимость максимально быстрого выяснения обстоятельств инцидента. Румын, член экипажа нефтяного танкера «Мерсед-Стрит», и британец погибли в результате нападения, совершенного при невыясненных обстоятельствах, когда судно двигалось у берегов Омана в Аравийском море в северной части Индийского океана. Согласно данным, предоставленным в воскресенье группой стратегических коммуникаций, после проведения более 21 800 тестов в Румынии было зарегистрировано 152 случая SARS-CoV-2 без летальных исходов. В настоящее время госпитализировано более 400 пациентов, из них 59 находятся в отделениях интенсивной терапии. С другой стороны, в воскресенье в Румынии вступают в силу новые смягчающие меры, принятые правительством. Так, в населенных пунктах с уровнем заражения менее 2 случаев на 1000 жителей могут быть организованы представления с участием 75 тысяч человек, частные мероприятия с участием 400 участников в закрытых помещениях, спортивные соревнования со зрителями до 75% вместимости трибун. Участники должны быть вакцинированы, протестированы или переболевшими COVID-19. На митингах и демонстрациях могут присутствовать до 500 человек в защитных масках. Маска остается обязательной в закрытых помещениях или многолюдных открытых пространствах. Также с воскресенья программная платформа для иммунизации против COVID-19 позволяет включать вакцинацию молодежь в возрасте от 12 до 17 лет, используя сыворотку производства компании Moderna Spikevax. В Румынии более 5 миллионов человек были вакцинированы против COVID-19 по крайней мере одной дозой антикоронавирусной сывороткой. После годичного перерыва из-за пандемии в Сигишаре, в центре Румынии, прошел самый долгоживущий средневековый фестиваль в Румынии, на котором присутствовало множество артистов, мастеров и посетителей. В выходные единственная населенная средневековая крепость в Юго-Восточной Европе принимала стражи, воинов, рыцарей, княгинь и мастеров со всей страны и из-за рубежа. Вы слушали новости. Продолжаем передачу на русском языке из Бухареста. Далее на волнах Интеррадио Румынии приглашаем вас послушать выпуск программы «Энциклопедия Интеррадио Румынии». У микрофона Анна Димов. Современная история румынской столицы начинается со второй половины XIX века, примерно в 1850 году, когда она превращается из восточного города в европейский. Любой, кто посмотрит на карту или рисунок, на которых изображен город более 150 лет назад, с трудом
узнает эти места. Дело в том, что преобразования были настолько глубокими, что нынешний старый центр, бывший торговый район, человек, идущий пешком по Бухаресту. Король Карл II был самым противоречивым румынским сувереном из всех четверых, правивших Румынией. Обладая яркой личностью, умной, но в то же время полной недостатков и слабостей, Карл II сумел преобразовать Бухарест в соответствии с потребностями столицы и архитектурными тенденциями своего времени. Период правления Карла II с 1930 по 1940 годы был временем, когда вновь стали воплощаться в жизнь великие проекты. Он напоминал правление его предка Карла I. Направление его отца Фердинанда I с 1914 по 1927 годы наложили свой отпечаток Первая мировая война, укрепление вновь созданного государства Великой Румынии, когда с Румынией в 1918 году были объединены территории, населенные румынами. 20-е годы 20 века были годами интеграции и восстановления после потрясений, вызванных войной. Только в 30-е годы Румыния возобновила крупные проекты развития, одним из которых стал Бухарест. Во времена Карла II продолжалось открытие основных столичных магистралей, наиболее важными из которых было направление север-юг и возведение зданий для государственных и культурных учреждений. Инженер-строитель, профессор университета и академик Николай Нойко, директор библиотеки Румынской академии. Он рассказал нам про несколько знаковых зданий, которыми сегодняшний Бухарест обязан царствованию короля Карла II, чья личность и до сих пор вызывает множество разногласий. И список таких зданий не мог начинаться иначе, чем в королевской резиденции. Первое такое здание – королевский дворец. В ночь с 7 на 8 декабря 1926 года здесь вспыхнул пожар, уничтоживший всю центральную часть здания. Укрепление фундаментов, структура сопротивления без отделки – этими работами руководил инженер Эмиль Прагер. После 1930 которые выходят на Атенеум слева. Они продолжались до 1940 года. Стоит отметить, что землетрясение 1940 года не нанесло ущерба зданию. Работа по проектам продолжала идти быстрыми темпами. Государственным учреждениям страны, территории населения которой увеличились вдвое, в 1918 году были нужны более обширные здания, рассказывает академик Николай Нойко. Еще одним зданием большого значения стала новая штаб-квартира Министерства иностранных дел, в настоящее время резиденция правительства. Это здание было спроектировано Дуйлю Марку, а железобетонные работы были выполнены инженером Георгиеву в период с 1937 по 1938 годы. Там расположилось тогда Министерство иностранных дел. Новый дворец Национального банка возведен в период проведения исследований по систематизации, когда Высший технический совет проанализировал все изменения выравнивания зданий по единой линии улиц, которые были осуществлены в этом районе столицы. Указом короля Карла II соответствующие территории были экспроприированы для общественных нужд.
Король Карл II вошел в историю как тот, кто активно, последовательно, мощно поддерживал культуру и науку. Среди структур, на которые была направлена эта помощь, была и Румынская академия. Николай Нойко упомянул именно здание библиотеки, которой он руководит. Еще одно величественное здание – это здание библиотеки Румынской академии. Впервые после того, как в 1931 году профессор Дуйо Марку представил академии проект корпуса здания библиотеки, с 1935 по 1937 годы это замечательное сооружение возвел инженер Аурел Иоанович. Торжественное открытие состоялось 5 июня 1935. 1937 года в присутствии короля Карла II, который настоял на своем присутствии на заседании Академии, где в члены Академии был принят Лучиан Блага. На одном из центральных бульваров Бухареста возвышается еще одно здание, построенное во времена Карла II, штаб-квартира Национального архива. А к западу от него, недалеко от дворца Котрочин, который в настоящее время является официальной резиденцией румынского президента, находится военная академия. Яркий представитель стиля Баухаус, рассказывает Николай Нойко. Еще одним характерным зданием является сооружение, возведенное для официального вестника Румынии. Сегодня здесь, напротив сада Чешмезьо, находится штаб-квартира Национального архива. Высшее военное училище, ныне военная академия, было возведено в 1937-39 годах. Главное здание высшего военного училища развернуто по фасаду на 120 метров. Его площадь составляет 3650 квадратных метров. Все строительство было завершено всего за 2 года. Работами руководил инженер Эмиль Прагер, ставший автором целого ряда значительных проектов. Это выдающаяся личность. Ваши радиоприемники настроены на волны Интеррадио Румыния. В эфире звучит Интеррадио Румыния. Алло, радиопочта. У микрофона Олеся Саватеева. Добрый день! По инициативе Сената Румынии 29 июля каждого года в нашей стране отмечается День национального гимна. Более 150 лет тому назад, 29 июля 1848 года, жители города Рымнику-Выльча, расположенного в южной части страны, впервые принесли клятву, держа руку на Конституции румынских революционеров и впервые исполнили песню «Пробудись, румын». Кому принадлежит музыка этой песни, продолжает оставаться тайной, как и в случае других революционных песен 1848 года. Относительно стихов, то они были написаны Андреем Мурешаном, одним из видных деятелей революции 1848 года. Его стихотворение «Эхо» было опубликовано 21 июня 1848 года в журнале «Страница для ума, сердца и литературы». Изданным в городе Брашов в центральной части Румынии является призывом к объединению всех румынских провинций и освобождению из-под иностранного господства. Стихотворение содержит 11 строф, но только 4 из них составляют нынешний гимн Румынии, точнее первые 2 строфы, 4 и последняя. Возвращаясь к проблеме авторства мелодии, можно сказать, что в результате исследования документов той эпохи выясняется, что поэт Андрей Мурешан, вероятно, обратился за помощью к учителю Джордже Ученеску. Тот якобы изменил одну очень известную во всех румынских исторических провинциях мелодию поэта и рапсода Антона Панна, которому затем и представил это новое сочинение.
сам Антон Пан и представил эту песню широкой публике. Именно поэтому его имя было записано как имя автора мелодии. «Пробудись, Румын» является также песней объединения Трансильвании с Румынией в 1918 году. Она была запрещена в годы после Второй мировой войны во время присутствия советских войск в Румынии. Затем, в ноябре 1987 года, во время мятежа рабочих города Брашов против жизненных условий при коммунистическом режиме диктатора Николая Чаушеску, эта песня как бы приобрела новую силу, а в дни антикоммунистической революции 1989 года она беспрерывно передавалась по национальному радио и телевидению. «Пробудись, Румын» стала национальным гимном нашей страны вскоре после Декабрьской революции. А вот и перевод 4 строф гимна, который мы посчитали самым, скажем так, показательным, не соблюдая рифму, а только саму идею стихотворения. «Пробудись, Румын, от мертвенного сна, в который погружен тиранами-варварами. Сейчас или никогда создай свою новую судьбу, перед которой склонятся даже жестокие твои враги. Сейчас или никогда докажем миру, что в этих руках еще течет римская кровь. И в нашей груди мы храним с гордостью имя победителя в битвах, имя Трояна. Смотрите, великие предки, Михай, Штефан, Корвин, на румынскую нацию, на ваших потомков, с оружием в руках и вашим огнем в венах. Свободная жизнь или смерть, кричат все. Священники!» «Лучше погибнем во славе в бою, чем снова станем рабами на нашей древней земле».
нашли старый коммунистический гимн Румынии. Сразу после антикоммунистической революции декабря 1989 года все записи старого гимна, а также записи патриотических песен того периода, приносящие славу Единой партии и великому вождю, были отправлены в специальный архив. И речь идет только о части этих записей, ведь многие были уничтожены во вихре декабрьских событий. Сегодня предлагаем вам послушать еще и тот небольшой фрагмент, уточняя, что перевод первых строк звучит примерно так. «Три цвета я знаю в мире, напоминающих о храбром народе». Я напоминаю, что жду ваших писем на электронный адрес русской службы Интеррадио Румыния. Хорошей недели. Передача Интеррадио Румыния на русском языке окончена. Слушайте нас ежедневно в 4.30 по UTC на частоте 6190 кГц и на частоте 7305 кГц в цифровом стандарте DRM, а также в 13 часов по UTC на частотах 11940 кГц и 13610 кГц. И в 15 часов по UTC на частоте 11810 кГц и параллельно в цифровом стандарте DRM на частоте 9580 кГц. В европейской части России и СНГ передачи Интеррадио Румыния можно принимать и через спутниковую антенну, настроив ее на спутник EUTELSAT-16A. Параметры настройки следующие. Позиция спутника 16 градусов восточной долготы. Поляризация вертикальная. Частота 11512 МГц. Символьная скорость 29950 мегасимволов в секунду. Стандарт вещания DVB-S2. Модуляция 8 PSK. Аудио-пи для канала Интеррадио Румыния 1510. Каналы Интеррадио Румыния транслируются в открытом виде. Слушайте нас в те же часы в интернете на сайте www.rri.ru, так же, как и на сайте romaniainternational.radio. Наш адрес: Румыния-Бухарест, улица Генерала Берзло, 6062, абонентский ящик 111, Интеррадио Румыния. Вы можете писать нам и по адресам: Россия-Москва, посольство Румынии в Российской Федерации, улица Мосфильмовская, 64, для Интеррадио Румыния. Адрес электронной почты: руса, знак электронной почты, rri.ru. Уважаемые слушатели, до свидания.